Добрый вечер, дорогие друзья. Мы извиняемся, что немножечко задержали начало. Мы ждали, пока все вы соберетесь. Ну что, давайте пристегнем ремни и отправимся в космическое путешествие.
Спасибо большое. На самом деле очень здорово, что вы сегодня пришли, что вас так много. И у нас уже такая добрая традиция появилась играть концерты в день рождения или в канун дня рождения. Мы делаем также, стараемся делать выступления, приуроченные к дню рождения «Ветер всем», который 1 апреля. Раньше мы тоже делали концерты к дню рождения Сергея. Я думаю, что мы тоже возобновим эту хорошую традицию. И вот уже сколько-то лет мы делаем концерты в мой день рождения или в канун. Знаете, это очень действительно здорово. Такие, не знаю, глубокие и знаменательные даты проводить в кругу людей, которые, скажем так, чувствуют, слушают тебя, потому что наши слушатели в любом случае это люди близкие, потому что то, что идет, та музыка, которая идет из нашего сердца, которую мы пропускаем, доходит именно до ваших сердец, это очень классно. Спасибо вам большое. Мои, 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 мои
Спасибо большое. У меня такое ощущение, знаете, что у меня уши уменьшились с последнего концерта. Это была песня сейчас из предсвадебного цикла. Вообще, я так посмотрела, у нас в программе много довольно-таки песен именно из свадебной тематики. И они действительно такие очень красивые, немного грустные. Но мне вот тоже очень нравится. Раньше у нас преобладали духовные стихи какое-то время. Они тоже у нас есть в программе. Но вот сейчас в таком процентном соотношении, наверное, стало больше именно свадебных, таких красивых напевных композиций. Thank you.
техника дает. Техника, да, бывает не очень надежной. Так доверишься, а там... Да. Расскажите, вы все попробовали вкусняшки на входе? Спасибо. Да, отлично. Спасибо Светозару, что он сегодня нам помогает активно. Молодец. Я что-то еще хотела сказать. Мы еще не уходим? Мы еще не уходим, да, отлично. Знаете, в чем плюс вот таких камерных мероприятий? В отличие от больших вариантов. Нету? Раз. Два. Еще, смотрите, еще вы имеете возможность, да, вот, отлично. Если у вас есть какие-то вдруг вопросы к нам, мы с удовольствием ответим. Поэтому пока есть такая возможность, пока мы не собираем стадионы, у вас есть возможность задавать вопросы. Не появилось, но, может быть, в процессе у вас появится. Так что, если что, сигнальте. У вас все хорошо? Сейчас услышим. Я надеюсь. А кто-то замечает, что что-то не так или нет? Сейчас, извините, я выключу. Нет, интересно, а? Микрофон что? Так, так, так. Это все? Что заглушаем? Плохо слышно голос? Иногда плохо слышно голос. Так, это тоже звук. Окей, а то, что не в порядке, никто не слышит. Хорошо? Все. Хорошо. Это колонки сказали. Да? Да. Ну, видишь, все классно, никто не замечает. Либо вежливо молчать. Дальше? Да. Дальше, да? Дальше. Просто мне вас плохо видно, на самом деле. Мне тут да, мне да, а я вас не. Thank you.
вопросов не появилось. Я вам скажу больше, всю музыку пишет один человек. Почти. Как это? Нет, не совсем так. Да. Спасибо. Я думаю, вполне заслуженно. Нет, в том, что вы слышите, принимало участие еще несколько человек, и мы их объявим, наверное, сегодня тоже, в том числе, как присутствующих в звуковой форме обязательно, но тоже, конечно, участвуют. Я так записываю. Ну, не скромничай. Нет, есть песни, которые полностью... Есть не две. Спасибо большое. На самом деле, вот для меня, например, это самый ценный вообще комментарий, когда мы выпускаем какую-то песню, и там пишут «деликатная работа со звуком» или там что-то, «красивая музыка». Я сразу сижу. Еще маслица. Наш замечательный волшебник Сергей Букреев, для тех, кто не знает. Знаешь, такое надо увеличительное стекло, как вышивальницам. А есть люди, кто первый раз сегодня пришел на концерт? Поднимите руки. Раз, два. Слушайте, я без очков. Давайте еще раз. Раз, два, три. Три человека? Ну, тоже клево, вы молодцы. Да? Вот, это здорово, что вы все-таки к нам пришли. Вы большие молодцы. Как и все остальные. Кто сегодня дошел? Поедем. Ну, поехали. Thank you.
Спасибо. На самом деле это был духовный стих. Да, как я уже как-то говорила, что Инна Желанная на своих концертах про колыбельные говорит: у нас такие колыбельные, что фиг уснешь. Вот. А у нас вот такие духовные стихи. Классные, да? Вот, это очень хороший показатель. Как называлось? «Все люди живут». Сейчас мы исполним еще один духовный стих. В древние времена их называли баджанами. Это стих был написан одним очень великим философом, писателем, Бхактивинодом Тхакуром в середине 19 века. И стих этот, это молитвенное обращение ученика к своему духовному учителю с просьбой пролить свою милость, чтобы, скажем так, избавиться от, как сказать, от привязанностей и получить, развить в себе смирение и слово вертится. Почтение, почтительное отношение ко всем живым существам. Так, подожди, я еще не готова. Я в этом смысле. Это было голосовое. Все, можем? Да. Грибами Мне кажется, что да. Первый раз кто-то слышал ее уже в нашем исполнении? Дебют. Дебют. Давай сначала. Сначала. Вы уж простите нас. Грибами долдия, корой дасе,
Спасибо большое. Расскажите нам. Вы любите петь? Любят слушать. Любят слушать. Молчать. Ну, на самом деле, можно сколько угодно говорить о пользе пения. И потребность в пении, она есть, ну, фактически в каждом человеке. Просто кто-то ее очень глубоко-глубоко там закапывает. Но многие из вас, я уверена, поют в душе, например. Или пока что-то там делают, ходят, напевают. Пение, ну, действительно, это очень важный аспект. И существует такой стереотип, что те, кто на сцене, они поют, а те, кто в зале, они слушают. Но мы разобьем сегодня этот стереотип. Не мы, а вы. И давайте мы с вами тоже споем одну песню. Ура. Александр, я вот не вижу здесь. Вы не бойтесь, что страшно? Да? Перестаньте. Я сейчас тоже сниму наушники, поставлю микрофон. Александр Мартьянов есть в зале? Есть. Да? Александр, а можно вас сюда ко мне поближе, чтобы мне было тоже не так страшно? Светозар сейчас Thank you.
Отлично. Ну, мы продолжим наше космическое путешествие. Ладно, я скажу пока. Ой, скажу пару слов. На самом деле мы спели с вами, и помимо того, что мы создаем такое волшебство, ну не мы, а вы, мы еще проводим голосовые занятия для людей, которые хотят петь, хотят выразить себя через звук. И если интересно, то присоединяйтесь к нам. Где-то раз в месяц мы встречаемся. Называется занятие созвучия. Вся информация тоже есть в ВКонтакте. Так что, если интересно, пишите нам и приходите развивать свои уникальные голоса. Солнце, солнце.
это, знаете, это прям одна из моих любимых песен. Вообще сложно всегда выделить песню, потому что их всегда проживаешь, пропеваешь, создаешь, и они, в общем-то, все очень дороги. Ну вот на Востоке, я не знаю, ну еще есть несколько песен, но вот «Красота» мне очень прям нравится. На Востоке она вот прям какая-то особенная, вот не знаю почему. Сейчас будет, кстати, любимая песня моего сына Калина. Еще раз спасибо Светозару за сегодняшнюю помощь, за создание уюта и раздачу сладостей. Также он сегодня отвечает за вот ту красоту, которая была на входе. Ну, вот я про нее говорю. Что? Я уже сказала, за создание уюта. Я выходил, я не знаю. Да, ты пропустил. Я имела в виду вот украшения ручной работы, которые я делаю. Он тоже сегодня за это отвечает, поэтому если вы еще не успели познакомиться, вы можете это сделать после нашего выступления. Автограф возьмите. Автограф у кого? У него? Да, кстати, советую, потому что будущий академик уже умеет выводить йод, зеленку и так далее. Обращайтесь.
вам большое. Что вопросов-то не появилось? Нет? Омнисфер, стилус. Сейчас, подождите. Ну, бас, если я записываю заранее, это я делаю где-то в этом. Забыл, как называется программа. Ну, яблочная вот эта записывается. Как называется? А? Ну, в общем, да. Контакт у меня не устанавливается на компьютере. Я не могу его установить. Вот здесь Андрей, он фотографирует. Он тоже пытался, и мы не смогли установить. То есть, если вы можете нам установить... У меня 10-й Windows. Вот. Надо установить контакт. Если это возможно, будет чудесно. Я не могу, он не устанавливается. Поэтому без него пока. А вообще было бы хорошо, конечно. Так, отлично, мы нашли, кто нам установит. Прекрасно. Также нам очень нужны люди, если вдруг вы любите Facebook прям вот всей душой и хотите помогать развиваться «Ветер всем», нам очень нужен человек, который бы вел страницы на Фейсбуке, потому что, к сожалению, вот мы там ничего не понимаем. Где лес рук? Да. Понятно, тот в Москве, видимо. Почему? Ну, потому что, не знаю, потому что все москвичи в Фейсбуке сидят. Но вы можете потом подойти, мы расскажем. Вести страницу. В одном, ну, размещать посты. То есть есть готовый контент, например, с контакта, его можно размещать на Фейсбуке. Ну, то есть можем потом обсудить. В общем, ничего такого сложного, просто ну, для нас сложно. Я когда залезаю в Фейсбук, я вообще не понимаю, куда там надо нажимать. Все очень так... Я даже не залезаю. Тебе проще. У меня не работает. Тебе надо перезагрузиться, я да? Я уже тысячу раз сделал, да. Не работает. Ну ладно, я что-нибудь сейчас изобрету. Вы можете еще что-нибудь спросить меня, пока... Нет, я по ходу буду. Ты по ходу. Да, да, да. Хорошо, тогда мы можем, да? Грешный человек.
Большое. Это тоже был духовный стих. Хоть мы еще и не уходим, но я хочу сказать, что мы всегда очень рады, когда вы делитесь с нами своими впечатлениями после концертов или от прослушивания нашей музыки. Поэтому, пожалуйста, если у вас будут какие-то впечатление, будет чем поделиться, то, пожалуйста, пишите на наше интернет-пространство ВКонтакте, в Инстаграм. Во-первых, это всегда очень нас вдохновляет на создание новых хитов. Не знаю, плохое слово, да? Мне кажется, хиты «К ветер всем» не очень подходят. Сергей Леонидович, давайте подсказывайте. Ну, не знаю, шедевров. Отлично, да? Вот, хорошо, закрепим слово «шедевры». Вот, а во-вторых, конечно, мы сейчас очень стараемся развивать наше сообщество, привлекать новых слушателей, точнее, знакомить людей с творчеством «Ветер всем». Что-то у меня стало... Вдруг я начала заговариваться. И поэтому, когда люди всегда заходят и видят какое-то движение и обратную связь со слушателями, всегда это очень хорошо играет в нашу сторону. Поэтому, если вы тоже заинтересованы и хотите, чтобы «Ветер всем» развивался, то, пожалуйста, тоже это будет для нас большой поддержкой и помощью. Задача ясна, да? Спасибо. Подождите, я еще не готова. Только что. Он еще сейчас появится. Его большую часть этих роликов, это Игорь Черков, живет в Сибирской, снимает это все. К сожалению, ему не выбраться пока на наш концерт, но он
вами вот таким образом. И большое ему спасибо, потому что мне кажется, что это более чем подходит к тому, что мы исполняем, да? Хорошо сочетается, как? Да? Ну вот, вот. Да, я когда увидел его работу в интернете, тоже так подумал, нашел его, и вот мы подружились, он любезно предоставил нам эти материалы. А то, что мы сегодня это смотрим, там есть Алексей, который нажимает на нужные кнопки, и вследствие чего мы и вы можете лицезреть эту красоту. Похлопайте, пожалуйста, Алексею. Он еще и нас сюда довез. А если повезет, то и обратно отвезет. Если мы будем очень хорошо, видимо, петь. Если вы еще раз ему похлопаете, он отвезет. Вечер, молодец, вечер, молодец.
очень. Один человек не устал. Один не устал. Остальные, видимо, уже спят. У нас сейчас будет песня, которая исполняется впервые. Но наверняка вы ее уже успели услышать в записи. Это песня Максима Фадеева «Тихо несет вода». Очень такая красивая композиция. И у Максима, и у нас получилось. Вот, поэтому... Как-то, знаете, вот мы вдохновились и решили сделать свое видение, ну, проявить песню через свое видение. Подожди, я еще не готова. Ты все? Сейчас я буду. Thank you.
Хорошо. Ты бы сказал, я бы открыл кейс. Сейчас никто не поймет, что... А что было? Я все пропустила. Ты мне расскажешь потом? Нет? Следующая композиция тоже будет свадебного цикла. Такая она довольно-таки активная, поэтому вы можете немножко подпроснуться, похлопать. Для тех, кто еще не спит совсем в глубоком сне или медитации. Ничего не видно.
Спасибо вам. Вообще, еще раз скажу, что я очень рада, что вы сегодня к нам пришли. И для меня это, я надеюсь, что и для Сергея Леонидовича это тоже очень хороший, теплый вечер. Надеюсь, что и вы тоже получите... Теплый точно. Теплый, да. Получите позитивные эмоции после концерта, уйдете радостными и вдохновленными. Очень на это надеемся. И я тогда, если можно, тоже, да, я говорил, что мы представим сегодня нескольких людей. В частности, я хотел бы сказать, что в том, что вы слышите, есть, вот вы, кто пишет, конечно, мы пишем сами, и есть люди, которые очень много сделали раньше, что-то делается сейчас. Особенно хочу сказать, что здесь также вы слышите участие музыканта Андрея Быкова, которому надо поаплодировать обязательно. Обязательно. И Дмитрия Городского, которому тоже надо поаплодировать. Дмитрий Городской – это человек, который записывал альбомы наши, которые есть, кстати говоря, у кого их еще нет. Есть вот здесь, там Светозар сидит, вы его уже знаете. Давно ему хлопали последний раз? Давайте похлопаем Светозару. И он вам за большие деньги продаст наши сердечные работы. Следующая композиция – это будет песня «У Егорья». Насколько я помню, вообще это была первая песня, которая появилась в нашем репертуаре. Я правильно помню? Да? С нее, в общем-то, начался «Ветер всем». Тогда он еще не был «Ветер всем», тогда просто мы что-то начали. Но вот это была наша первая работа. Thank you.
побьет, а не убьет. Также хочу поблагодарить Вадима Шестерякова, который сегодня для вас делает этот звук. Спасибо большое, Вадик. Вообще, я тут думала, сколько я знаю Вадика лет. В общем, так и не смогла посчитать, но очень-очень много, где-то со времен школьных лет. Что тоже очень здорово вообще вот так... Поклонимся, если вы попросите, мы сыграем еще. Ну, если нет, мы уйдем просто. А, это был ход такой, нет, да? Нет, я, честно, я думал, что уже конец. А, нет. У тебя же бумажки там есть. Я почти ничего не вижу. Да, мы сыграем напоследок песню «С вечера». Еще раз спасибо за то, что вы сегодняшний вечер провели с нами. Очень для нас... Это радостно. Надеюсь, что для вас тоже. Для тех, кто любит парки и хочет продолжения, 17 августа мы будем выступать на дне рождения парка ЦПКО. Я пока точное время не знаю. Ориентировочно там около 3 часов дня. Но у нас будет пост в группе ВКонтакте, поэтому... Можете посмотреть, приезжайте, гулять, слушать. Там будут разные, наверное, интересные коллективы. Так что наверняка, да. Но мы там точно будем. Сегодня концерт, который такой редкий, я отыграл практически по приборам. То есть, ну, здесь все. Вы ничего не слышали, но все ломалось. И, честно говоря, да, я аж взмок. Очень волнительно. Так что извините, если что не так, но мы старались. Да. Я сразу сказал, мы были... Я просто... Вы помните, мы были на концерте Валерия Меладзе? Да. Вдвоем ходили. И он, помнишь, сказал, у нас во время концерта было несколько мест, где мы облажались, но вы ничего не слышали. Вот у нас так же.
Спасибо большое, друзья, вам за такой теплый вечер. Очень было классно с вами. Thank you.